Я попросил пару минут, прежде чем Петя будет проповедовать. Я хотел прочитать два стиха из 33-го псалма. 18 стих. «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает». Слава Богу! Катя попросила меня, чтобы я поблагодарил вас всех за молитвы ваши, за ходатайство. Она сейчас дома, и с ней все хорошо, и операция прошла благополучно. Там 4 часа что-то они ремонтировали, но, вы знаете, я в тот день очень просил Бога, чтобы Он управил их руками и разумом. И когда закончилась операция, врач вышел и говорит: «Ты знаешь, мы только туда зашли, и сразу увидели причину, очень конкретно и ясно мы увидели причину. И мы полагаем, что все у нас удалось, и мы сделали все благополучно и успешно». Слава Богу, друзья! Иногда Бог помогает нам по нашей просьбе, по вере, по ходатайству, просто так, а иногда Он творит все это руками людей, которым Он дал разум и вложил мудрость. И мы с вами являемся теми людьми, но я хочу особенно благодарить вас за ходатайство. Каждый из вас есть праведник перед Иисусом Христом. И верьте этим словам, Он слышит наши молитвы, Он слышит ваши молитвы. Я благодарю сестер, которые помогали нам те дни, потому что, вы знаете, я ночевал там несколько ночей в госпитале, а Лена с бабушкой была дома, и мы оставили телефон Катин дома. И Лена мне текстует через каждые пару минут, мой телефон весь забитый месседжами, а то звонит, и один вопрос: когда привезешь маму Катю домой? И я не мог ответить на этот запрос. Но слава Богу, по вашим молитвам, по молитвам друзей, Бог помог нам дать ответ на этот вопрос. Знаете, наш сын звонил, старший, и говорит: «Я еду на Техас, я переживаю, молюсь». Смотрю, наши тракисты едут навстречу, у них там пару десятков в их компании. И один, он там пастором в Вирджинии, в одной из церквей, тоже ездит. И говорит: «Пригласил меня в гости на Тракстап покушать вместе». Ну, я ему рассказал, что сейчас операция моей матери делают на сердце. Он сел на телефон, всем тракистам обзвонил и говорит: «Слышишь, мы замкнули это звено. Все молятся, кто едет с Техаса на Вирджинию и назад». Вы знаете, так приятно. Я хочу вам сказать, мы иногда говорим: «О, мы будем молиться за вас». Мы будем... И мы не придаем значения этому. Но я хочу сказать, это так реально ощутимо. Когда ты видишь, когда я вспоминаю тот день, когда я привез Катю в Шеретон госпиталь, и эти медики сбежались, и они начали что-то делать, сердце 180 и выше бьется, и они не могут, они попытались остановить его, у них не удалось, другой раз. И такая картина была, этот врач уже начал пробовать делать дыхание искусственное, я испугался сильно, в тот момент мой: «Боже, неужели это все?» Они: «Ну еще 10 минут, вертолет будет здесь, еще 10 минут». Просто такая картина страшная. Я просто уже терялся, но хочу сказать вам, как-то так ощущалось, что где-то там в тылу, сзаду есть сильный тыл. Там кто-то сильно ходатайствует. И хочу вам сказать, никогда не сомневайтесь в этом. И никогда не упускайте возможности быть в этом звене.
Если вы услышите эту необходимость, это работает по нашей вере. Слава Иисусу Христу за это. Примите большую благодарность. Спасибо. Слава Господу. Очень приятно говорить Слово Божие, когда было такое хорошее вступление. Слова благодарности. И я просто так же сам скажу, когда узнал эту новость, то первое, что мне захотелось, это просто помолиться, чтобы Бог устроил все, как Ему угодно. И приятно слышать, что Бог слышит наши молитвы, что Он нас любит, что Он отвечает за нас, и что это сила, которая помогает нам, это она за нас. Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как бы напомнить нам всем, что угодно Господу. Я помню, я когда покаялся, я мало знал Писание, и мне было очень интересно узнать, что Бог хочет от меня. И вот прошли годы, и вникая в Слово Божие, я нашел несколько очень важных мест, что угодно Господу. Иисус Христос, заявляя о себе, сказал такую фразу, написано от Иоанна, 8 глава, 29 стих. Он говорит такие слова: «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Иисус Христос точно знал, что Бог с ним только потому, что он всегда делал то, что ему угодно. И поэтому мы, которые нас Господь призвал для того, чтобы мы служили ему, мы должны делать то, что ему угодно. Апостол Павел говорит то, что мы уже не свои, что мы теперь не должны делать то, что нам хочется, а нужны учиться тому, что хочет от нас Господь, чтобы мы делали. Самый, как бы, такой интересный пример я нашел в Библии, что кто угодил Господу. Знаете, очень важно, как бы, смотреть в Писание, чтобы понимать, что угодно Господу, очень важно узнать примеров. Знаете, там очень много примеров, особенно когда читаешь книгу «Царств», написано, кто угодил Богу, Давид угодил Богу, там много есть царей, которые угождали Богу, их не на жизнь было угодно Богу, и многие не угождали Богу, и написано, было не угодно Богу. И как заканчивали те, которые угождали Богу, и как те, которые не угождали. Очень много примеров, но я не буду сегодня обращаться к ним. Очень хороший пример у нас есть о Енохе. 11 глава к евреям говорит такие слова в 5 стишке. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переместил его. Ибо прежде переселение своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Представьте, ходил человек, то было времена, много было греха. Мы помните, что он всего седьмой от Адама. И я думаю, там времена были, что Бог потом уничтожил этот мир. Но был такой человек, который настолько понял, что Богу угодно, что он не умер. Его Бог живьем забрал на небо. И вы знаете, мне как-то всегда сожалеваю, что я не знаю много подробностей его жизни, точных его моментов, как, что он именно сделал, что живьем Бог забрал его на небо. Это было бы очень хороший пример. Говорят, есть книга Еноха. Но я немножко начал ее читать, что-то она мне не понравилась, я не нашел там именно того, чем он угождал Богу. Мне как-то это, лично мне не по душе. И я ее не прочитал. Поэтому у нас какой выход? Вы знаете, нам Бог дал Духа Святого. И написано, Он наставит, научит нас. И Бог не оставил нас одних. И я думаю, если даже нет у нас подробное описание книги Еноха, у нас есть Дух Святой, который сегодня нам хочет напомнить, как что угодно Богу. Во-первых, я нашел, что написано, апостол Павел пишет много мест, что угодно Господу. Одно из мест уже, как бы сегодня было сказано, что мы должны молиться. И написано, во-первых, должны молиться о начальниках, о властях,
о мироправителе вот этой земли, где мы находимся, ибо написано, это угодно Господу. Я вижу, что мы иногда забываем молиться о начальствующих. Вот недавно были выборы, и мне было приятно видеть, как вся Америка сплотилась. Множество христиан можно было видеть и слышать, как все говорят, молитесь. Молитесь, чтобы Бог дал того правителя, который нужно. Я не знаю, насколько хорош этот правитель, насколько был бы плохой тот, но я просто видел, как люди многие молились. Я никогда много раз уже в Америке живу, много лет живу, и много раз видел выборы, но никогда не ощущал такого количества людей, которые подвязались молиться, которые так много говорили о молитве, о том, что мы должны молиться. И видно, это было угодно Господу. Вы знаете, эти выборы какие-то были очень интересные. И все думали совсем про другого человека, что изберут. А получилось все совсем по-другому. И можно было видеть, если кто внимательно смотрел, это не обошлось без Бога. Это не обошлось без Бога. Многие вещи уже меняются и в лучшую сторону. Не могу сказать, насколько там будет все хорошо, но хотя бы даже мелочи меня лично очень сильно радует. И слава нашему Богу, потому что, видно, угодили Богу мы, что мы молились, и Бог нам дал. Может, то, для чего мы достигли, то и дал. Но это Божье дело. Это первое, что нужно молиться о начальствах. Можно также сказать о пастырях, о деканах церкви, о людях, которые служат нашей церкви. Мы должны очень много молиться, чтобы Бог дал нам все правильно, руководство, все было нам хорошо, чтобы наша церковь была сильная, чтобы у нас было все хорошо. Мы должны не забывать молиться о тех, кто Бог поставил главных в нашей церкви. Я уже не говорю о том, что мы должны уважать, прислушиваться к них, мнению и считаться с ними. То это уже другое, но важно очень молиться, чтобы Бог укрепил стопы ихних ног, чтобы было все хорошо, чтобы Бог дал им Слово Божие, чтобы мы видели ответ нашей молитвы. Мы должны молиться, ибо это угодно Господу. Второе, что очень угодно Господу, я бы хотел ответить, такое место очень тоже хорошее, но, может быть, оно звучит странно, может, нам трудно понять, но у нас есть Дух Святой. Я просто хочу прочитать его. 1 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, то угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос прострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы и шли по следам Его. Он не сделал ничего, никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». До этого места. Смотрите. Нам, конечно, не хочется страдать. Человек, он любит себя, хочется сохранить себя от всяких страданий. Хочется каждому человеку, каждому даже живому существу, хочется как-то остеречь себя, оберечь себя. И даже Христу Петр сказал по-человечески, пожалей себя, зачем тебе страдать? Он тогда не понимал этого. Но пришло время, и тот же Петр, когда ему предложили страдания Христова, он говорит, я недостоин быть распят, как Христос. Распните меня вниз головой. Это говорится так, написано, что вроде так было. Человек, он уже привык к страданиям. Апостол Павел очень много страдал. И вы знаете, написано тут, надо, когда страдаешь, терпеть. Не заступаться за себя. Как каждое, знаете, живое существо хочет за себя заступиться. Но нам Писание говорит, что мы, страдая, это угодно Господу, если мы не по делам, если мы приносим страдания не по нашим заслугам, если ты делаешь все хорошо, делаешь какое-то добро, и тебя постигает зло, то это нормально.
Мы должны это просто, как бы я сегодня хотел напомнить нам, что если это у нас случится, то мы должны просто терпеть, не вступаться за себя, как Христос терпел, не вступался за себя. И так нужно нам поступать. Теперь я хочу прочитать еще несколько мест. Тоже, допустим, Колоссянам. Вот, допустим, такие слова. Первая глава, 9 стишок. «Посему и мы с того дня, как я о сём узнали», то есть они узнали, что колоссяны, ну, много покаялось колоссян, Павел пишет им, «не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укреплялись всякую силою по могуществе славы Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Слава Богу! Вы знаете, тут просто Павел, когда узнал, что они покаялись, он сильно начал много молиться и просить Бога, чтобы они возрастали в разумении, в духовном, в премудрости, чтобы они уже не себе угождали, а познавали что угодно Богу. И самое главное, что я хотел бы сегодня зачитать, что угодно Богу, и об этом поговорить, я отметил такую к Римлянам, 14 глава, 17 стишок. Говорит такое очень важное для всех нас, хотелось бы напомнить. «Ибо Царствие Божие не пища, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Тут очень важные слова. Тут нельзя так просто прочитать их, не подумать, что мы прочитали. Тут говорит, что такое Царствие Божие. Царствие Божие не пища, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Давайте вот внимательно подумаем. Сегодня уже было сказано, что мы праведники. И это правильно сказано было. Мы верим, что мы оправданы, и Бог нас оправдал. Ну вот, другие вещи о том узнаем, как, что мы праведники. Есть такие два чувства, которые очень важно переживать. Это мир и радость во Святом Духе. Оказывается, человек праведный, он обязательно должен ощущать себе на сердце мир и должен ощущать радость. Без этого невозможно возрастать, невозможно понимать Бога, невозможно жить духовной жизнью. Если человек думает, что он живет духовной жизнью, написано в Библии очень много мест, я не хочу их сегодня повторять, но даже Христос говорит, есть люди, они каждый день приближаются ко мне устами, но сердце их далеко от меня. Павел пишет несколько мест очень таких страшных, что люди, они как бы имеют вид благочестия, но от силы суть отрекшиеся. И мы смотрим в последнее время, вот фарисеи и книжники были, они так на вид были такие праведники, но Христос всегда их обличал, ибо Он видел их и на сердце. Да не будет это с нами. Вы знаете, если мы духовно живые люди, у нас обязательно будет какая-то сверхъестественная радость. У нас будет сверхъестественный мир во всех нашей жизни. Что бы с нами ни случилось, мы не будем этот мир терять. Одно из того, что мы узнаем, что мы праведники, мы будем чувствовать этот мир и будем радоваться. Если мы потеряли это, если мы думаем, что мы живы, если мы думаем, что мы живы, так в Откровении написано, ты думаешь, что ты жив, но ты мертв.
Вы знаете, некоторые люди думают, что они праведники, но у них нет мира. Если у них нет радости, то это люди духовно умерли. Потому что противоположность жизни – смерть. И противоположность радости – печаль. Противоположность миру – это беспокойство. И можно встретить, знаете, как бы называются христиане, но они так беспокойны, так переживают много. И есть, смотришь на лица людей, они такие печальные. Иногда бывало мне приходить в большие церкви, я наблюдал такую картину, люди такие печальные, такая грусть в них. У них чего-то им всегда не хватает, что-то всегда не по-ихнему. У них нет этой радости, нет мира на сердце. И это очень страшно видеть таких людей, как бы духовно родившихся. Я помню день, когда я родился свыше, я такой ощутил радость. Я так хотел всех обнимать, я там врагам своим сразу позвонил, сказал, что я их люблю. Я помню, как я просто ощущал сверхъестественный мир такой, покой на моем сердце. И вы знаете, это нормально для духовного человека. И написано, это угодно Господу, и мы должны этим служить. То есть мы должны в этом всегда находиться. Это очень важно для каждого из нас, чтобы мы не теряли мир с Богом. Чтобы мы не теряли радости, чтобы мы угождали нашему Богу. Мы, знаете, можем угодить всем людям, но Богу не угодить. Можно сделать вид, что ты самый святой, самый праведный, можно выйти большим там архиепископом стать. Но если ты не будешь ощущать мира, радости в Духе Святом, не будешь праведник, то придешь к Богу, и Бог скажет, «Отойди от меня, я не знал тебя». Только почему? Потому что человек не имел этого сверхъестественного чувства. Как Христос говорит, я даю вам мир, не так, как мир дает. Написано, что я даю вам радость совершенную. Ее у вас никто не может отнять. Давайте дорожить этими чувствами, миром и радостью. Самое важное, находиться всегда в сверхъестественной радости. Просто ликовать. Павел говорит, всегда радуйтесь. Это очень важно, это мы этим мы угождаем Господу, когда у нас сверхъестественная радость, не та, что которая по какой-то причине, о, я выиграл миллион, и я радуюсь. Это не та радость, это не об этом говорится, это говорится о духовных вещах, на более больше миллиона, более денег. Знаете, многие здесь в Америке обольщаются люди деньгами и говорят, смотрите, как меня Бог благословил. У меня множество денег, у меня в доме там все красиво, они хвастаются вот этим вот. А я хотел бы спросить, а служит ли ваш дом, чем вы служите Богу? Почему эти миллионы у вас, а не у Бога? Почему вы их не отдали Богу? Почему вы мало их так употребляете для Царства Божия? Это то, что вам Бог дает, почему вы не возвращаете все в Господне? Почему так? И люди, знаете, много себе заботятся о том, чтобы была у них радость. Они пытаются себе покупать красивые вещи. Уже христиане, многие, знаете, ходят в большие дорогие магазины, себе дорогую одежду покупают. Потом сдают ее в фудбанок там. Они радостные, что они сделали что-то хорошее, потому что им надо освобождать вот эти шкафчики в доме. И надо покупать новое. Не потому, что оно испорчено, а просто нужно, они привыкли угождать своей плоти. Они хотят себя радовать. Они хотят так бы искусственно иметь какой-то мир. Они посмотрели себе в банк, там у них много денег, и у них на сердце мир, у них покой. Но это не тот мир, о котором здесь говорится. Не та радость, это говорится о Святом Духе. То есть Святой Дух должен руководить человеком. Он должен ему говорить, что делать. Куда идти? Может, это будет человеку не нравиться. Может, ему придется жить не с тем народом, который он хочет. Может, ему жить не в таком достатке, который он хочет. Может, ему нужно говорить людям, когда не надо. Вы знаете, одно из очень важных вещей, это очень тонкие вещи, о которых я сейчас говорю. Очень такие, как бы сказать, можно сказать, мелочи, которые люди не замечают. Иногда Дух Святой говорит, говори, и человек молчит. Это тоже большой грех, можно обидеть Духа Святого.
Это очень тонко. Помните, уже в древности даже, как она была царица, и народ израильский, был указ, чтобы уничтожить весь народ израильский. И Мардохей пришел к ней и сказал: может быть, Бог и поставил тебя для того царицей, чтобы ты сказала, что ступилась за народ. И если ты замолчишь, не думай, что тебя Бог избавит, ты также погибнешь. То есть человек достиг чего-то, какой-то вершины, и Бог ему говорит: говори. И она не пожалела своей жизни, она пошла, помните, и говорила за свой народ, и спасла весь народ израильский. Но если бы она промолчала, она бы также погибла. Иногда мы, дорогие друзья, Бог говорит: говори вовремя, не вовремя, но мы молчим. Можно обидеть Дух Святой. И эта радость, эта праведность, она покинет нас. Или наоборот, вы знаете, Бог говорит: молчи, не говори ничего. Тоже можно согрешить. Очень тонкая, как бы сказать, вещь о том, как иметь мир и радость во Святом Духе. Но я думаю, что мы должны в этом очень много вникать и много этим заниматься, чтобы самое главное в нашей жизни всегда присутствовала радость свыше, чтобы мы всегда имели свидетельство в себе, как тот Енох. Он получил свидетельство при жизни, что угодил Богу. Если мы хотим иметь свидетельство в нашей жизни, что мы угодны Богу, обязательно будем ощущать радость и мир. Это и есть свидетельство, то, что мы угодны Богу, что мы праведны. Он оправдал нас. Мы должны очень внимательно смотреть, что мы делаем, когда мы делаем, куда мы идем. И может, чтобы нас с нами ничего не случилось, чтобы мы не, нам не, может быть, ложная праведность, ложная святость, ложная радость, ложный мир. Он нам предложит, сатана, он сделает вид, это ангела света, он сделает вид, что это божественное. Он нам предложит какую-то большую, он знает, как обольщать людей. Он написано день и ночь, смотрит, их желает даже если праведного, если возможно, избранного тоже обольстить и погубить. Он только и охотится о нас. Давайте не забудем, если мы праведники, если Бог нас избрал, мы знаем, что дьявол, как рыкающий лев, ищет кого-либо поглотить. И он день и ночь думает, как обольстить нас, как обмануть нас. Да не будем мы обмануты, дорогие друзья, если мы уже давно не ощущали этой радости, этого мира. Сегодня твой день. Сегодня твой день примириться с Господом. Написано: вспомни, откуда ты не спал, и твори прежние дела. Может, где-то ты полюбил какую-то мзду неправедную. Может, ты где-то возвысил себя. Может, ты где-то себя умиротворил. Может, ты где-то радуешься, что у тебя что-то есть, что у того нет. Может, ты где-то обольстился. Дорогой друг, очень важно, чтобы угодить Господу. Очень важно, чтобы когда мы придем пред Богом, Бог сказал: входи, входи, я знаю тебя, ты угождал мне, как Иисус Христос сказал: Бог со мною, ибо я всегда делаю угодное то, что угодно Ему. В другом месте Он сказал: я ничего не делал того, что Он мне не сказал. Дорогие друзья, мы, может, что-то делаем того, что Бог нам не говорит. Может, это будет казаться в наших глазах правильно, но давайте спросим у Духа Святого. У нас написано: в Святом Духе радость должна быть и мир. Еще много можно об этом говорить и нужно об этом говорить. Я верю, что Бог сегодня нам напоминает, потому что мы сегодня приближаемся к Богу, мы приближаемся к Его крови, мы приближаемся к Его плоти. Сегодня мы будем это принимать. И очень важно, чтобы мы имели мир и радость, свидетельство в Святом Духе, что мы угодны Ему. Потому что написано: кто принимает это без рассуждения, то очень многие болеют и умирают многие. Да не будет это с нами, дорогие друзья. Давайте будем в страхе Божьем иметь мир и радость во Святом Духе и будем правды, праведны. Да будет слава Господу нашему, помолимся. Аллилуйя тебе, Господь. Благодарим тебя, Иисус, за Слово Твое, Иисус. За истину Твою, Господь, за эти чувства, которые мы имеем в Тебе, Господь, чувство радости и мира,
во Святом Духе, Господь, и что Дух свидетельствует нам, что мы угодны Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за чувствования духовные, за то, что люди не могут иметь. Ты нам даровал. Ты нам даровал духовную жизнь. Ты родил нас свыше, Господь. Ты сделал нас своими детьми, Боже Господь. Благодарим Тебя за эту возможность служить Тебе и угождать Тебе, Господь, и почитать Тебя главою, и все подчинять под Тебя, Господь. Ты учишь нас смирению. Ты учишь нас, Господь, чтобы мы были похожи на Тебя, чтобы мы бы шли по тому же пути, по которому Ты прошел. Господь, может, многие здесь, на этом месте, уже давно отошли в сторону, Господь. Может, дьявол кого-то обманул, Господь. Может, кто-то сегодня обманутый. Боже, Ты прости нам. Прости нам, Господь, что мы не знали, что делали. Прости, Господь, каждого человека, который пришел на это место, Иисус, и пришел сегодня на это место не зря, Господь. Сегодня Дух Святой присутствует на этом месте. И Он сегодня говорит через Слово Твое, что мы должны иметь те же чувствования, что и Ты имел. Ты имел свидетельство в себе. Ты заявлял при людях, Господь, что Бог с Тобой, ибо Ты угождал Ему во всем, Господь. Дай, чтобы мы также могли сказать, что Бог с нами, ибо мы угождаем Ему во всем, Господь. Дай и нам так говорить, как Ты сказал, Господь. Мы хотим это не просто словами, но сердцем, Господь. Не просто красивыми словами говорить, но чтобы наше сердце принадлежало Тебе. Чтобы эта радость свыше, которую Ты даешь, чтобы она в нас изливалась Духом Святым, чтобы мы были исполнены Твоей благодати, чтобы мы были исполнены всего того, что Ты даешь нам, Иисус. А Ты даешь, Господь, большой мерой, Господь, слава Тебе. Я верю, Иисус, что Ты нас не оставил. Ты сегодня свидетельствуешь, как Ты вступаешься за наши судьбы, как Ты помогаешь врачам делать операции, Господь. Как Ты помогаешь нам, Господь, во всех наших делах. Хоть мы, может быть, где-то были не таковы, но Ты поправляешь нас. Ты научаешь и наставляешь нас, Господь. Мы благодарны Тебе за Дух Святой, который нас учит, который нас ведет по этому пути, Боже Иисус. Слава Тебе за каждого из нас, кто пришел сегодня в Дом Твой, чтобы почувствовать Твою благодать на этом месте. Я знаю, когда человек духовно живой, он близко ощущает Тебя. Может, сегодня кто-то не ощущает Тебя на этом месте, но Ты здесь. Аминь, аллилуйя. Ты здесь, живой Бог. Ты сегодня пришел на это место. И Твоя благодать сегодня касается наших сердец. Она расправляет нас, Господь, она нас меняет. Твоя благодать сегодня явилась, Господь. Не по нашему достижению, Господь, но по Твоей милости Ты пришел в наше собрание, Господь. И я ощущаю Твое присутствие на этом месте, Господь. Ты сегодня здесь. Это Твой день, Господь. Благодарим Тебя за эту радость и мир, который Ты посылаешь жаждущим Тебя. Господь, помоги всем быть примиренными с Тобой, чтобы каждый мог ощущать эту радость и близость к Тебе. Может, сегодня кто-то здесь находится, и он не ощущает Тебя. Может, он не чувствует этой благодати Твоей, которую Ты явил. Может, не ощущает этой радости, Господь. Это несчастный человек, который просто устами служит Тебе, но не сердцем. Но Ты не пройди мимо его, Господь. Не пройди мимо, Господь, никого сегодня. Коснись, Господь, сердца наши, Господь, и расплавь их, Господь. Чтобы мы были полны благодарности к Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты пришел сегодня. Веди, Господи, Твое служение, как Тебе угодно. И дай нам, Господь, соделать то, что Ты сказал нам делать, Господь, во имя Твое. За все Тебе слава во веки. Аминь.